Добрый день, уважаемые коллеги. Так, просьба ведущих также выйти в эфир. Давайте попробуем. Александра, Матрена и Юрий Попов. Меня слышно, да? Добрый день. Да, слышно. Отлично. Матрёну вижу. Александр здесь, да? Слышно? Юрий, здесь, да, тоже подключайтесь, пожалуйста. Так, предприниматели уже начинают подключаться. Да, отлично. Александр, добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, ждем Юрия, как он подключится. И проверим, посмотрим. У меня предложение, минут 5, наверное, подождем, пока предприниматели подключаются, пока их очень мало. Договорились, коллеги? Да, договорились. Владислав, это вы, да, администрируете?
экран показывать, если. Центр мой бизнес. Юрий, это вы делаете показ экрана? Да? В чат печатаете? Презентацию. Выключите показ экрана. Да, выключите, остановите. Вот, у вас здесь справа сверху есть справа на экране есть такие отметки. Ну, у вас, наверное, U написано, UP, наверное, да, написано. И там нажмите микрофон и камеру. Получается? Если не получается, видите, вот... Ну вот я, например, на свой экран нажимаю, могу ну, давайте пока я прошу центр «Мой бизнес» помочь Юрию подключиться посредством чата, ну, этого, как сказать, личной передачи, отправки личного сообщения. Владислав, помогите, пожалуйста, Юрию в чате. Ну, добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу, предприниматели наши подключаются. Меня зовут Максим Прокопьев. Я являюсь заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Всех предпринимателей, в особенности работающих в отрасли торговли и общественного питания, поздравляю с наступающим праздником. Как вы знаете, в нашей стране он отмечается каждую четвертую субботу июля месяца, да? Праздник был учрежден еще в 2003 году, но берет свои истоки с 1956 года, да, когда наркомат Советского Союза учредил данный праздник, День торговли и общественного питания. Мы, опять же, сегодня продолжаем каскад наших встреч с предпринимателями, работающими в данной сфере, ну и, может быть, даже желающими работать в данной сфере. Сегодняшняя наша встреча, вот до обеда мы встречались по вопросу организации придорожного сервиса, да, там тоже у нас экспертами выступали органы исполнительной власти,
ну и заинтересованные предприниматели, да, мы делились опытом. Сегодня во второй половине дня по якутскому времени и по, ну, вот сегодня 11 часов по Москве мы начинаем наш вебинар «Как рознице подготовиться к тотальной маркировке товаров, да, и как работать в системе честных знаков». Я благодарю всех лекторов, которые подключились вовремя, и ознакомлю с сегодняшней нашей программой. Сегодня у нас лекторами будут Долгиев Александр Александрович, это ООО оператор ЦРПТ, это оператор, он является оператором честного знака, но я думаю, он очень хорошо расскажет, да, про свою деятельность как оператора. Да, мы, если честно, в еженедельном режиме с оператором проводится видеоконференц-связь на уровне Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Там операторы, у нас создан канал, вся Россия там сидит, в том числе мы тоже. Да, и напрямую я благодарю представителей ЦРПТ, то, что отвечаете на наши вопросы, ну, своевременно и прям в ученом режиме, если честно, мы ряд вопросов прямо снимаем. Кроме того, у нас будет выступать Матрёна Владимировна Агапьева, это руководитель обособленного подразделения здесь, в нашей республике, компании Tensor. Она будет рассказывать по поэтапному внедрению маркировки товаров, ну, в целом, да, в Российской Федерации. И третий выступающий у нас — это эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Попов Юрий Николаевич. Он расскажет по проведению проверок торговых объектов через нашу систему «Честный знак». Ну, уважаемые предприниматели, хочу объяснить, как вам работать в данной сфере, вот на данной платформе. Это платформа нашего центра «Мой бизнес». Здесь в виде конференц-связь позволяет получать обратную связь посредством чата. Вот в правом верхнем углу на экране есть чат. Далее, вот видите, вы вопросник, да? Если есть вопросы, можете прямо здесь их задавать, даже в процессе того, когда лектор, ну, выступающий, ведет свой спич. Ну и все вопросы сохраняются, весь диалог в видеоформате у нас тоже сохраняется. Вот Роспотребнадзор подключился, Юрий, мы вас видим. Да, спасибо. Ну, я предлагаю перейти к обсуждению уже, да, к нашей основной части. Предоставляю слово Александру. Александр, пожалуйста, слушаем вас. О, микрофончик нужно включить. Видео есть? Добрый день. Здравствуйте. Отлично. Слышно, видно, хорошо, я так понимаю, все в порядке, да? Пожалуйста. Еще раз добрый день, меня зовут Александр, я работаю в компании оператор ЦРПТ, и если говорить целиком полностью про компанию, то мы являемся оператором единой государственной информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Мы создаем систему для государства. Мы создаем систему, мы разрабатываем, мы ее эксплуатируем и далее поддерживаем для того, чтобы она работала. Основные из ключевых процессов, которыми непосредственно я занимаюсь, это реализация интеграции с Федеральной таможенной службой, это импорт с ФТСом, это ввод товара в оборот, как раз связанный с которой товар импортируется с территории не участников ЕАЭС. И последние вот два месяца, три даже, мы находились в активном вот как раз вот стриме, когда делали и проводили тестирование. И каждый день на связи с коллегами из Федеральной таможенной службы для того, чтобы проверки, те, которые были запланированы, и взаимодействие двух информационных крупных систем, оно заработало, и с 1 июля мы смогли войти в обязательную маркировку по обувным товарам. И не только обувным товарам, как вам известно, и помимо всего прочего, еще и
Табачная продукция и лекарственные препараты с 1 июля также вступили в период обязательной маркировки. Из ключевых цифр можно, наверное, назвать, что на текущий момент в обувных товарах у нас зарегистрировано практически 60 тысяч участников оборота. И по последним данным, которые у нас опубликованы, это более 2 миллиардов кодов маркировки было уже имитировано и введено в оборот. И по статистике, давайте, наверное, тогда уж и две товарные группы я тоже поделюсь. Это табак и лекарственные препараты. В табаке у нас практически 94 тысячи участников оборота зарегистрировано в системе. И выпущено с маркировкой, промаркировано именно упаковок табачных и табачных изделий уже более 12 миллиардов. В лекарственных препаратах эта цифра достигает участников 69 практически тысяч зарегистрированных, и цифра выпущенных кодов маркировки стремится к 2 миллиардам. Что касается участников оборота, среди участников оборота мы выделяем по постановлению правительства 5 категорий – это производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины и комиссионеры. Комиссионеры, которые работают по договору комиссии, являются комиссионерами и продают товар в рамках этого договора, либо комиссионные магазины, которые принимают товары, которые подлежат обязательной маркировке – у физических лиц и далее потом продают и реализуют в своих магазинах. Есть исключения. Это товары, это организации, которые приобретают товары для собственных нужд. Ну, пример давайте возьмем, я не знаю, компания, которая закупает обувь и одежду для своих сотрудников, но при этом они там занимаются строительством, ремонтом, и одежда покупается для того, чтобы их сотрудники ходили в той одежде, которую закупает компания, в той обуви, которую закупает компания. Компания не является участником оборота, но при этом она является контрагентом в оптовом звене у компании, которая продает те же самые сапоги, подлежащие обязательной маркировке. Поэтому компания, которая приобретает это, она не является участником оборота, и она не предоставляет сведения в систему маркировки о товаре, который приобретает. Также, если мы приобретаем для собственных нужд товары за границей и везем их, в своем чемодане, либо мы купили на какой-то интернет-площадке ту же самую пару обуви, это тоже и посылка летит к нам, например, из Соединенных Штатов Америки, из Китая, Кореи, там, я не знаю, Индии, то данная пара обуви, которую мы купили в интернет-магазине там за границей, это то же самое подпадает под исключение и не требует маркировки. Но если, например, мы покупаем на интернет-площадке магазина Wildberries, Ozon и других гипермаркетов, супермаркетов, интернет-магазинов, маркетплейсов так называемых, то данные позиции товаров уже должны быть замаркированы, и вы должны получить уже на руки товар, который промаркирован. Как вам известно, очень долго, наверное, ходили разговоры о том, что перенесут, не перенесут, отменят, не отменят сроки обязательной маркировки, начиная вот как раз с 1 июля. Об этом говорили долго, потому что там сложности из-за ситуации в стране с пандемией коронавирусом, сложности в мировой экономике тоже связаны с вирусом. Но решение правительства было однозначно сказано, что сроки переноситься не будут. Не будут переноситься сроки ни по товарным группам, которые запускались с 1 июля, ни по тем товарным группам, которые далее двигаются у нас на подходе к запуску обязательной маркировки. Это парфюмерия, это шины, фотоаппараты и товары легкой промышленности.
Все эти товарные группы, которые прописаны в постановлениях именно запуска этих товарных групп, сдвиг сроков не планируется, не ожидается. И обычно, когда мы говорим про товары, про обувные товары, про обувь, очень рядом, очень тесно, очень близко находится товарная группа, связанная с товарами легкой промышленности, потому что, ну, обычно в магазинах это находится рядом и продается все вместе, и обувь, и одежда. Поэтому мы говорим не только про обувь, я сегодня еще немножко забегу и поделюсь информацией про товарную группу легкой промышленности. Итак, остатки можно описать и получить до 1 сентября, если у вас еще остатки не описаны, если вы еще не описали остатки, не получили коды маркировки на остатки и не ввели их в оборот, то вам необходимо поторопиться и успеть это сделать до 1 сентября, потому что после 1 сентября возможность описать остатки, она будет отключена, ее не, и невозможно будет это уже сделать. Поэтому до 1 августа вам необходимо сейчас, в соответствии с новым, ну, как бы правками в постановлении правительства, которые были подписаны 30 июня, вам необходимо до 1 августа в системе описать свои остатки, получить на эти остатки Я про атрибуты сейчас чуть-чуть позже поговорю, у меня на слайде это есть, я обязательно остановлюсь на этом. Пока что я хочу сказать, что вот мы до 1 августа должны получить код товара. Что такое код товара? Это описание атрибутов по сокращенному как раз вот атрибутивному составу. Атрибутивный состав будет позднее, я обязательно о нем расскажу, остановлюсь на этом. Итак, до 1 августа мы получаем код товара, до 1 сентября у нас есть возможность на этот код товара имитировать коды маркировки. Запомнили сроки, запомнили даты. Если вдруг мы не знаем, как описать товар и получить код товара, либо мы не знаем, мы не умеем, мы еще как бы плохо понимаем работу с системой, то, запоминая, на сайте Честного Знака раздел «Обучающий центр». В нем собраны все видеоинструкции, пошаговые, детальные, как работать с системой. Там есть отдельное описание, как описать остатки, как заказать коды маркировки на остатки, как их получить и ввести в оборот. По всем вопросам у нас есть прям детальные видеоинструкции, которые вам сейчас помогут, если вы еще не освоились с работой с системой, либо вы еще не начинали работать с системой. Что касается легкой промышленности, сразу говорим про легкую промышленность, дальше переходим к атрибутам. Обязательная маркировка начинается с 1 января 2021 года. Описание, получение кодов, ну, описание остатков и получение кодов на остатки, срок заканчивается 1 февраля 2021 года. Поэтому осталось практически полгода для того, чтобы описать, получить, замаркировать, нанести и ввести товар в оборот, чтобы с 1 января быть готовыми к запуску обязательной маркировки по легкой промышленности. Как я уже говорил, правительство единогласно высказалось, что нецелесообразно уже переносить сроки обязательной маркировки по товарным группам и рассчитывать, надеяться, что, допустим, будет отсрочка по легкой промышленности, либо по парфюмерии, шинам, ну и велосипедам, то я бы не стал рассчитывать на это. Поэтому не надейтесь, что отменят либо перенесут. Яркий пример там обувные товары, лекарственные препараты, табачные изделия, которые с 1 июля запустились в обязательную маркировку. Какие обувные товары необходимо маркировать? Достаточно много вопросов в последнее время стали задавать именно по этому вот вопросу, хотя эксперимент уже и запуск, от старта эксперимента до запуска в обязательную маркировку прошло уже чуть больше, даже, наверное, 2 лет, и все равно эти вопросы сейчас стали появляться. Поэтому у нас есть классификатор кодов, это ОКПД-2
и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, это ТНВЭД. Коды прописаны в постановлении правительства за номером 860. В 860-м постановлении правительства у нас есть список кодов, которые подлежат обязательной маркировке. Они представлены сейчас на слайде, вы их видите. Для того, чтобы вам определить, подпадает ли ваша обувь под требования обязательной маркировки или не подпадает, вам необходимо открыть вот список кодов, которые подлежат обязательной маркировке, посмотреть разрешительную документацию, в которой прописаны как раз коды ТНВЭД и ОКПД-2, то есть это либо сертификат соответствия, либо декларация соответствия, либо если ты товар, который ввезен на территорию Российской Федерации, то, естественно, это таможенная декларация. В ней прописан код ТНВЭД. И на основании этого кода ТНВЭД вы можете определить, подпадает ваш товар под обязательную маркировку или не подпадает. Принцип как в обуви, так и в лихроме одинаковый. Точно так же принцип будет распространяться и на другие товарные группы по классификаторам и по соответствию требований. Подлежит маркировке, не подлежит маркировке. Инструмент определения достаточно простой. У вас есть разрешительная документация, которая позволяет определить товарную номенклатуру, группу и к чему это относится товар. Так, например, для примера у нас есть валенки без подошвы, войлочное изделие, оно не подлежит обязательной маркировке, потому что код ТНВЭД подпадает под другую вот как раз группу, которая не подлежит обязательной маркировке. Так же, как и ортопедическая обувь, которая идет совсем в другом разрезе кода ТНВЭД и не является, не включается в коды ТНВЭД от 6401 до 6405. Поэтому определение, подлежит ли ваш товар обязательной маркировке или нет, зависит от вас и от того, по описанию товара, который находится вот в документации, у вас в документации. Далее, где пройти регистрацию, если вы еще не зарегистрировались в системе? Сайт честного знака. Вы заходите туда, выбираете товарную группу, в которой вы работаете, с которой вы взаимодействуете. После этого вы можете пройти регистрацию, но для того, чтобы пройти регистрацию, предварительно у вас должна быть усиленная квалифицированная подпись. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Выданная на имя генерального директора, либо и на индивидуального предпринимателя. Вы должны получить предварительно усиленную квалифицированную подпись. Так как с помощью этой подписи вы, во-первых, гарантируете достоверность сведений, которые вы передаете в систему маркировки, плюс это юридически значимый документооборот между вами и государственной информационной системой. Все сведения, которые вы отправляете в систему честного знака, подписываются как раз вот усиленной квалифицированной подписью. Поэтому, прежде чем регистрироваться, у вас должна быть на руках усиленная квалифицированная подпись. Далее, пройдя регистрацию, у вас будет доступна форма заключения договора, подписания договора в электронном виде на предоставление платности оказания услуг операторам ЦРПТ, так как в соответствии с постановлением правительства стоимость эмиссии кода маркировки 50 копеек без НДС. С НДС получается 60 копеек. Если вы производитель либо импортер, то тогда вы дополнительно еще оформляете, там, подписываете заявку на получение доступа к программно-аппаратному комплексу, с помощью которого будете производить эмиссию кодов маркировки. Далее. Вам необходимо описать, вот мы возвращаемся к тому, что я говорил чуть ранее, да, атрибутивный состав. Вам необходимо описывать товар, получить код товара. Он же, если говорить
в терминологии GS1RUS – это GTIN. Производители и импортеры описывают товар по полному описанию и получают как бы на каждый вид товара свой GTIN уникальный, который является уникальным. Далее. Если мы описываем остатки, то нам достаточно описать всего по четырем атрибутам. Это пол обуви, ИНН участника оборота, который будет в системе подставляться автоматически, два знака кода ТНВ, то обуви это 64, и способ ввода товара в оборот ввезен либо произведен в РФ. И если считать, то у нас получается мужская, женская, детская, унисекс и два способа ввода товара в оборот. Ввезен в РФ, произведен в РФ. 4 умножаем на 2, мы получим 8 кодов GTIN, 8 кодов товара. И эти коды товара необходимо получить сейчас в системе честного знака до 1 августа. То есть, если у вас на складе лежит и мужская обувь, и женская обувь, и детская, и унисекс, и есть и производство Российской Федерации, и производство за территорию Российской Федерации, они были ввезены на территорию Российской Федерации, то вам необходимо получить 8 кодов товара, 8 GTIN-ов. Это до 1 августа. И после этого вы сможете производить заказ кодов маркировки в станцию управления заказами. Вы указываете в станцию управления заказами, что у вас есть обувь мужская, производство Российской Федерации, у нее есть свой GTIN, вы его указываете. И вы знаете, что у вас на складе находится 50 пар мужской обуви производства России. Вы указываете цифру 50, система генерирует самостоятельно серийные номера, и вы на выходе получаете 50 уникальных кодов маркировки. То есть вот эти 50 кодов маркировки вы получите в виде готовых этикеток. И в момент, когда вы соберетесь выгружать этикетки и печатать их, отправлять на принтер, выгрузку делаете из системы, наступит факт оплаты полученных кодов маркировки. У вас на лицевом счету должны быть уже денежные средства, которые позволят оплатить именно то количество кодов маркировки, которые вы заказали. Оплата происходит в момент печати, забора этих этикеток к себе либо в систему, либо сразу вывод на печать. Если вы не распечатаете в течение 60 календарных дней данные коды маркировки, они сгорят. Поэтому платить, ну и вы как бы не забираете их, вы за них не платите, они сгорают внутри системы. Все. Потом вам повторно необходимо произвести заказ. То есть 60 дней календарных – это именно на то, чтобы забрать коды маркировки. 60? Прошу прощения, я могу сейчас заговориться уже к концу недели. По постановлению правительства либо 60, либо 90. Я честно скажу, я вот что-то поймал себя на мысли, что а вдруг я ошибся. В общем, срок, вот этот вот количество дней, которое может храниться заказ, и вы его можете не забирать, прописан в постановлении правительства. Давайте скажу так, так это будет более правильно, корректно, если вот, чтобы не вводить вас в заблуждение. Но если вы их забираете, вы их должны оплатить, у вас на лицевом счету должен быть положительный баланс, позволяющий произвести оплату заказа. Далее вам необходимо ввести товар в оборот. И вот этот срок, он не регламентируется, он нет ограничения по времени ввода товара в оборот. Но для остатков сейчас, именно для остатков, у вас есть срок окончания маркировки остатков. Это 1 сентября, поэтому вам надо заказать коды маркировки до 1 сентября, нанести их на свой товар до 1 сентября и ввести этот товар в оборот тоже до 1 сентября. Это обязательное требование, обязательное условие. Теперь давайте немножко про легкую промышленность, про товары легкой промышленности. Точно так же, как вы видите на слайде, есть у нас атрибуты по полному описанию,
и по сокращенному атрибутивному составу. Поэтому легкая промышленность, те, кто уже работает с обувью, если у них есть еще товары Легпрома, вам достаточно легко и просто будет произвести те же самые практические действия для того, чтобы описать товары либо по полному атрибутивному составу, либо по сокращенному по остаткам. Как я говорил, наверное, ранее, либо не говорил, то повторю. Описание остатков необходимо как раз на оптово-розничном звене, потому что они у них существуют либо на складах, либо в магазине. При этом, если говорить про контрольно-надзорную деятельность, то я акцентирую на этом тоже внимание чуть попозже. Сейчас же пока давайте вот куда наносить, как можно нанести этикетку, чтобы было удобно не только вам, но и покупателям. Уверен, что вы тоже ходите по магазинам, вы также покупаете одежду, обувь, продукты питания. И сейчас, когда у нас были ограничения по Москве, достаточно такие вот, были закрыты торговые центры, были закрыты магазины, у нас работал рядом в районе достаточно большой гипермаркет, в котором продавались и продукты питания, и также сопутствующие товары, в том числе там были и кроссовки, и тапочки, и одежда, легкая промышленность, какие-то футболки продавались, еще что-то. Я всегда подхожу посмотреть на полки с обувью, мне интересно посмотреть, маркирована была обувь, не маркирована, как раз это был период еще не обязательной маркировки, до 1 июля, это весна была. Я подходил, смотрел, и что я заметил? Достаточно часто попадалось вот именно по весне, что этикетка с дата-матрикс-кодом нанесена на товарную упаковку, на коробку, в принципе, все хорошо. Но сверху при приемке в магазин наносились какие-то дополнительные этикетки, ну, сетевые, магазинные. И они частично на некоторых парах были прямо нанесены сверху дата-матрикс-коды, там частично он был закрыт, и его было невозможно считать даже с помощью мобильного телефона, с приложения честного знака. То есть я под одним углом, под другим углом, и так, не считывается. То есть, по сути, это является нечитаемая этикетка с дата-матрикс-кодом, и данная пара обуви уже с 1 июля, если бы ее попытались реализовать на кассе и отсканировать его сканером, то это было бы невозможно, пришлось бы эту коробку обуви отставлять в сторону, отправлять ее на перемаркировку, покупателю идти в зал магазина и находить точно такой же размер, чтобы прийти на кассу и его повторно отсканировать и купить. Поэтому очень внимательно, если вы маркируете товары, либо у вас производство, либо у вас опт-розница, и вы маркируете остатки, в первую очередь обратите внимание, как удобнее это сделать не только для вас, но и чтобы потом удобно было считывать ее покупателю в магазине, и вашему сотруднику на кассе, когда он будет сканировать данный товар при выводе его из оборота. Так как с 1 июля есть требования по постановлению правительства о том, что при выводе товара из оборота маркированного, это в частности обувь, табак, лекарства, мы должны сведения передать к оператору фискальных данных. Да, у нас есть труднодоступные удаленные районы, где по ограничениям есть исключение из правил, да, не работать с ККТ, которое подключено в онлайне к ОФД. Но там есть другое требование, выгрузка раз в 30 дней. И она работает в системе маркировки точно так же, как и вы выгружаете сведения в налоговую службу. То есть раз в 30 дней выгрузка, передача сведений в систему маркировки о выводе товара из оборота. Поэтому мы можем клеить на товар, мы можем наносить этикетку на товарную упаковку, на потребительскую упаковку, либо использовать ярлыки, как вшивные, так и навесные. При этом навесные ярлыки тоже я обратил внимание, ну вот из жизни то, что видел своими глазами. Навесной ярлык, а сверху на нем висит вот этот магнит, который, чтобы не был контроль на кассе, да, чтобы не вынесли пару обуви. Но при этом этот магнит закрывает дата-матрикс-код, и, например, у меня не получилось его считать с мобильного приложения. Как для покупателя это неудобно. Как для кассира, ну, в принципе, он магнит на кассе снимет, сможет рассчитать информацию дата-матрикс-кода. Но
Я уже неоднократно об этом говорил на своих предыдущих выступлениях. Ну, как бы такой, знаете, как для меня, может быть, опыт, который я вижу, который будет удобно применить и использовать, например, в розничных сетях, в оптовых магазинах, где продается маркированная обувь. Это использование такой называемой цифровая полка. То есть вы оформляете, делаете информацию о том, что более видно и читаемо, что у вас есть обувь, вы ее всю замаркировали, у вас честный знак, у вас есть логотип, и вы можете в цветах брендбука честного знака оформить вот так витрину, цифровую полку, где у вас вся обувь промаркирована, и покупатели могут самостоятельно подходить, получать сведения с помощью приложения честного знака. Можно использовать, если, допустим, покупатели не знают, что такое честный знак, не знают, что такое приложение честный знак, всегда можно позволить им с помощью QR-кодов там, да, установить себе мобильное приложение, они об этом узнают, и они узнают, что у нас есть система маркировки, и у нас в системе маркировки можно получить информацию о товаре, который ты держишь в руках с помощью мобильного приложения. То есть я считаю, что это дополнительный плюс магазинам сейчас на старте. Так как я уверен, что у нас все участники, кто присутствует всегда на вебинарах, это самые честные, самые добропорядочные участники оборота, и у них уже все готово, и они работают с маркированными товарами, поэтому для вас, как для слушателей, зрителей моего вебинара, это вот такой вот мой взгляд, мое видение, мой лайфхак, как можно воспользоваться этим и получить какие-то дополнительные свои преимущества при реализации маркированной обуви на текущий момент. Что касается товаров легкой промышленности, то у нас есть также потребительская упаковка, этикетки и ярлыки, куда можно наносить сведения о коде маркировки в виде дата-матрикс-кода. Особенности по легкой промышленности. В легкой промышленности у нас есть комплекты, у нас есть наборы. Это новые сущности, которые позволяют формировать комплект на производстве. С помощью этого комплекта на производстве мы упаковываем, например, в комплект 10 наволочек одинаковых, мы описываем комплект по полному атрибутивному составу, мы наносим этикетку сверху на комплект. При этом этот комплект нельзя расформировать до его выбытия через кассу. То есть комплект не расформировывается на всей товаропроводящей цепи до выхода его из оборота. Наборы могут формироваться как в оптовом звене, так и в розничном звене, но внутри набора весь товар должен быть маркирован. Ну, либо товар, который не подлежит маркировке. То есть мы собираем туда пару обуви, бутылку, не знаю, там, лимонада и пузырек, флакон духов, например. У нас это набор. Ну, это грубое представление, просто чтобы дать вам понятие, да, то есть у нас есть набор, у нас есть этикетка на этот набор со своим дата-матрикс-кодом. Но мы описали этот набор и сказали, что внутри набора есть маркированная пара обуви, есть маркированный там еще какой-то предмет, и есть товар, который не подлежит обязательной маркировке, то есть мы его даже не указываем. И этот набор можно продать на кассе, отсканировав только вот агрегат уровня набора. Если вы являетесь ателье, вы формируете и делаете по договору услуги, пошив одежды либо обуви, то это исключение из правил, которое означает, что не нужно маркировать данный вид обуви, одежды, который вы производите по договору услуги. Но если вдруг ваш клиент отказывается от договор услуг, а вы уже пошили пару обуви, и теперь она у вас стоит, вот вы не знаете, что с ней делать. Ее нужно промаркировать, и можно выставить к реализации у вас в вашем ателье, к продаже. То есть для того, чтобы продавать, нужно будет промаркировать. Что касается импорта.
Это большой-большой-большой блок, который мы сейчас реализовали. Импорт у нас сейчас работает. Взаимодействие с Федеральной таможенной службой идет напрямую у нас в течение уже целого месяца. По всем каким-то возникающим вопросам, связанным там вот именно с прохождением таможенных процедур, мы прям вот в дежурном оперативном режиме отвечаем и решаем все вопросы, которые возникают именно связанные с техническими какими-то деталями. Что мы выяснили вот опытным путем сейчас, что происходит? Если вы работаете с брокерами, если у вас есть знакомые коллеги, которые работают с брокерами, обратите, акцентируйте внимание на правила заполнения графы 31.13 в таможенной декларации. Так как, когда мы заполняем эту графу и указываем коды идентификации, они должны быть точно так же, как в системе маркировки, в честном знаке. То есть не нужно преобразовывать код идентификации полностью во все заглавные буквы. Не нужно удалять какие-то спецсимволы, либо еще что-то. Вот ровно как он есть у вас в личном кабинете честного знака, точно так же он должен быть внесен в графу 31.13. Это важное требование, важное условие, поэтому поделитесь этой информацией. Эта информация размещена на сайте Федеральной таможенной службы, эта информация размещена у нас на сайте честного знака. Плюс в импорте у нас появится, как только мы согласуем и решение 257 будет обновлено и опубликовано, будет новая сущность тоже, это агрегированный таможенный код. И он код виртуальный, его не нужно никуда будет наклеивать, он будет формироваться в системе честного знака по требованиям, правилам формирования одной строки, заполнения одной строки в ГТД. То есть весь товар, который подпадает под внесение в одну строчку ГТД, можно будет сагрегировать в АТК и указать в 31.13 не через запятую, там 5000 кодов идентификации каждой пары обуви, а указать один код АТК, и по этому коду АТК Федеральная таможенная служба в автоматическом режиме присылает запрос к нам в систему, мы формируем ответ и даем подробный перечень того, что находится в АТК, и далее проходит регламентная процедура выпуска, принятия решения о выпуске товара или не выпуске товара. Поэтому импорт у нас запустился, АТК мы ждем, когда будет внесены поправки и подписано решение 257 ЕЭКом. Вот, что еще? Опять мобильный контроль, да, мы вернемся опять к этому слайду. Если мобильное приложение у вас не установлено, его можно установить сейчас как раз вот с помощью мобильного телефона. Открываем фотокамеру, наводим на QR-код, открывается ссылка на скачивание мобильного приложения. Apple справа, Google Play слева. И контроль надзорной деятельности. Во-первых, да. Нельзя продавать немаркированные обувные товары с 1 июля 2020 года. Нельзя приобретать немаркированные обувные товары после 1 июля 2020 года. Нельзя не передавать сведения системы маркировки с 1 июля 2020 года. То есть сведения о маркированном товаре должны поступать в систему маркировки в обязательном порядке, если вы являетесь участником оборота. Производитель, помните слайд, да? Производитель, импортер, оптово-розничное звено, комиссионер, комиссионный магазин. Если вы являетесь участником оборота, с 1 июля вы обязаны подавать сведения в систему маркировки. Действительно, в течение июня месяца очень много отраслей, ассоциаций крупных писали письма с просьбой ввести какой-то мораторий на проверки. Просили в тяжелое время экономической ситуации в стране, как бы в связи с тем, что маркировка стартует в обязательном порядке, ввести какой-то мораторий, чтобы были какие-то дополнительные льготы, скидки при вот, начале обязательной маркировки. Этого не было сделано отдельным документом, но
Если вы хорошо помните начало как раз вот весны, 3 апреля 2020 года было подписано постановление правительства за номером 438. Оно как раз вот на этот год, там произошли как раз вот поправки по текущей деятельности контрольно-надзорных органов. Но я не буду отнимать хлеб у наших коллег, я думаю, они сами расскажут, да, и пояснятся, что же ждет участников рынка, добросовестных участников, ну и тех, кто, например, ведет себя не совсем честно по отношению к своим коллегам по цеху, к своим коллегам, кто работает в этой отрасли. От себя я хочу, наверное, сказать, что если выявляется грубое нарушение, зафиксировано, что магазин, человек продает немаркированные обувные товары, либо ввозит немаркированные обувные товары, ну, на границе, да, таможни, то это является грубейшим нарушением, и если поступит информация в виде заявления от покупателей, то, естественно, несмотря ни на какие там вот постановления правительства, контрольно-надзорные органы обязаны предотвратить нарушение, которое совершает недобропорядочный участник. И поэтому вот грубейшие нарушения, наверное, я выделил отдельно вот как раз на слайде, что это отсутствие маркировки с 1 июля, это грубейшее нарушение, которое, я думаю, что вы точно не будете этого совершать, так как вы присутствуете на наших вебинарах, вы знаете об этом лучше, чем те, кто не присутствует на этих вебинарах. Да, есть статья 15.12 Административного кодекса правонарушений, и за особо крупные размеры, мы не забываем, присутствует еще статья в Уголовном кодексе. Я акцентировать, наверное, на этом внимание сильно не буду, слайды есть, презентация есть, коллега обязательно все это расскажет еще, я уверен, в продолжении нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому из того, что вам необходимо, чтобы у вас было для того, чтобы пройти вот путь шаги регистрации, вот в сокращенном виде это слайд как раз об этом говорит, мы получаем усиленную квалифицированную подпись, заключаем договор с оператором ЦРПТ, когда проходим регистрацию на сайте. Если мы импортер-производитель, то помимо всего прочего мы оформляем доступ на получение к программно-аппаратному комплексу, используем либо прямую подачу сведений при передаче прав собственности на товар внутри личного кабинета, либо используем функционал IDO, IDO Lite, бесплатный в личном кабинете IDO Lite, либо IDO стороннего партнерского решения. В личном кабинете мы работаем бесплатно, либо используем интеграцию своего уже программного обеспечения с системой честного знака по API, либо используем какие-либо партнерские решения, если вы считаете, что оно вам удобнее и с ним проще оптимизировать процесс работы системы маркировки. Описываем товары, оформляем заказ, печатаем коды маркировки, наносим их на свой товар, вводим товар в оборот. И далее естественным путем через либо контрольно-кассовую технику, либо через подачу сведений в личном кабинете товар выбывает из оборота. Что необходимо? Усиленная квалифицированная подпись. Печатать этикетки можно на любом оборудовании, на любом принтере, но нужно услышать, как бы послушать, что рекомендуют уже те участники, кто работает с этим. Возможно, присмотреться к решениям партнерским, если вдруг они вот достаточно хорошие предлагают. Можно печатать, отправлять PDF в типографию. Я знаю такие компании крупные, которые печатают средства идентификации в типографии, и они посчитали, что это для них будет дешевле. Кто-то просто печатает на обычном принтере этикеток на самоклейке. Тут варианты выбора за вами, вы сами определяете, как лучше это делать. Касса должна быть соединена с 2D-сканером для считывания штрих-кодов. Это теперь уже обязательное требование, и оно регламентируется 54-м федеральным законом. И работа либо с личным кабинетом, либо через интеграцию, как я уже сказал, программное обеспечение. Из ключевых еще это у нас сайт, на котором есть
подробные видеоинструкции в разделе обучающего центра. Все технические вопросы, электронная почта, горячая линия, но лучше писать на почту для того, чтобы вам предоставить подробную, детальную, ну, пошаговую инструкцию, что вы делали, когда у вас возникла ошибка. Сразу же отправить скриншоты этой ошибки и описать подробно, почему, что вы делали, когда у вас наступила вот эта вот ошибка. Так проще и быстрее будет технической поддержке понять, где у вас, что произошло, и разобраться. Если это действительно баг, то отправить его на третью линию, чтобы его быстро устранили. На этом по презентации мы завершили. Я сейчас готов подключиться к закладке «Вопросы», и давайте, либо и в чате «Вопросы», и давайте ответим на вопросы, которые у вас есть. У вас прям... Да, есть вопросы, смотрите. Ну, понятно, да, то, что обувь, ну, может быть, не к сожалению, а, ну, даже к сожалению, в республике Саха-Якутия производителей обуви, ну, не так много. У нас это в основном наши предприятия, акционерное общество и ну, индивидуальные предприниматели, которые занимаются народно-художественными промыслами. У нас есть ну, два больших так, участника рынка, так сказать, да, которые давным-давно уже в этом работают, так как параллельно они занимаются производством меховых изделий. Александр, вы в курсе, шубы уже, маркировки, они уже с 2019 года подлежат, соответственно, ну, с обувью у них, как говорится, тоже по накатанной пришло. А в большей части участники сегодняшней нашей встречи – это участники оборота медицинских ну, препаратов, совершенно верно вы ответили, да, отметили, и табачная продукция. Хочу вот на этом акцентировать внимание. И вот видите, вот в чате спрашивают, маркировка на продукты питания будет или вводится или нет? Ну, по молочке. Смотрите, у нас сейчас идет эксперимент полным ходом по товарам молочной продукции. Эксперимент, есть сроки, когда он завершается, когда начинается обязательная маркировка молочной продукции, молока. У нас сейчас уже идет эксперимент, он описан на сайте, это по минеральной воде, по воде. То есть мы движемся к тому, чтобы те товарные группы, которые ранее не были охвачены, тоже как бы попали в эксперимент. И почему, да, ну, не знаю, давайте я вот расскажу пример один простой из молока, почему, наверное, я, мое личное мнение, почему нужно маркировать молочную продукцию. Я хожу по магазину, я покупаю продукты, быстро буквально. Мы... Четко. Почетче. А, плохо слышно? Нет, времени мало, другим коллегам еще тоже... А, я все понял, хорошо, да, тогда давайте вот следующему вопросу. Ну, маркировка продуктов питания будет. Да, молочка, и сейчас чистая вода идет, и, ну, питьевая вода, бутилированная. По ней идет эксперимент. По молочке могу сказать, что с 1 января 2021 года она будет внедряться. То есть мы сейчас, начиная от производителей маленьких крестьянско-фермерских хозяйств, которые являются производителями продукции, в том числе там, йогурты, у нас есть там сорт, там, сливки и так дальше, все упаковки, на упаковке необходимо будет наносить маркировку товаров. Эта работа у нас ведется с производителями и участниками оборотами у нас в республике, например. Дальше вопрос. Александр, у меня вопрос вот по вашему слайду. Этот вопрос я задавал также на ВКС Минпромторга у Евтухова Виктора Леонидовича, на что получил ответ. Ну ладно, давайте от вас ваше мнение послушаю. Участники оборота, необходимые достаточные условия, там, наличие той или иной техники и так дальше. Как мы знаем, участниками оборота медицинских препаратов являются социальные учреждения, например, школы. В школах есть медицинские кабинеты. Школа приобретает товары не для себя, соответственно, не для своих сотрудников, а для детей. Есть в школах медицинский сотрудник, который, ну или даже в социальном учреждении, в тех же домах-интернатах. Да?
И сейчас стоит необходимость регистрации данных учреждений, в большинстве которых является юридическая форма, муниципальные, казенные там, или бюджетные учреждения. Да? Понятно, что у них дополнительная необходимость получается приобретение техники, которую вы указали, хоть они не продают ни то, и другое. Да? Другой вопрос, технические возможности у них в принципе есть, компьютер в любой школе есть. Там, программа обеспечения можно спокойно установить с крестного знака .рф. Но мы сейчас идем по пути как раз-таки того, чтобы бюджетные учреждения у нас сейчас уходят, отказываются от этих самых медицинских лицензий. Росздравнадзор в свое время их попросил всех приобретать медицинские лицензии, так как тот же там, не знаю, парацетамол хранится в медицинском кабинете. Теперь у этого сотрудника, сейчас он уже не медработником называется, а инструктором по гигиене в школах. У нас нет медицинских работников в школах по всей России, наверное, да? В штатных расписаниях были внесены изменения. Теперь этот инструктор по гигиене должен понимать, ну, как минимум 1С и как минимум честный знак. Из-за этого мы видим выход в том, чтобы учреждения, ну, социальные учреждения, ну, дома-интернаты это еще нормально, да, они работают в этом сфере. А вот в школах инструктора по гигиене мы вынуждены отказываться от вообще медицинской лицензии. Вот как вы смотрите на это, как оператор? Смотрите, но у нас же есть исключение из правил. Вот я просто открыл сейчас ответы и вопросы по лекарственным препаратам. К сожалению, это не мой самый хороший конек знаний, но в целом вот у нас есть в лекарственных препаратах такая сущность, как регистратор выбытия. Для того, чтобы с помощью него производить выбытие лекарственных препаратов. И... которые выработаны бесплатно. Правильно? Да, но есть исключение из правил. И вот в этом исключении кому регистратор выбытия не требуется. Это кабинеты врачебной помощи, медицинские кабинеты, расположенные в дошкольных образовательных организациях, общественных общеобразовательных организациях, иных организациях и являющихся структурными подразделениями медицинской организации. Ну, регистраторы выбытия обязательно же. Но при этом регистраторы выбытия требуются как в стоматологических кабинетах и клиниках, так и, например, в косметических салонах и других учреждениях, применяющих лекарственные препараты в рамках оказания медицинских услуг или медицинской помощи. Ладно, я, понятно, я с другими сотрудниками лучше переговорю на этот вопрос. Понятно. Есть еще вопросы у нас были по необходимости всем до 1 августа, да, вот, обеспечить внесение остатков ну, в систему. Да. Так сказать. Здесь понятно, что сдвига сроков не будет, мы это не раз обсуждали. Вот в части контрольно-кассовой техники для арктических районов и труднодоступных населенных пунктов. Вот у нас здесь коллеги из налоговой службы присутствуют, и они не дадут соврать, что можно контрольно, ну, вот этим. У них есть тоже считывающие препараты, не онлайн-касса, а вот именно накопители, которые они сдают один раз не в 30 дней, как вы вот озвучили, да, на самом-то деле, а один раз в 90 дней, ну, то есть 3 месяца. Это связано с тем, что вот как раз-таки, ну, если вы были в Якутии или понимаете масштабы, то есть недоступные населенные пункты, в которых даже, ну, бывают периоды времени, даже в один месяц невозможно приехать, прилететь, приплыть, ну и пешком прийти. Mm-hmm. Yeah. В плане, я надеюсь, у вас тоже понимание есть, и хотелось бы, чтобы вот срок, озвученный вами, совпадал с сроком контрольно-кассовой техники, когда мы даем ну, чеки по контрольно-кассовой технике, сдаем в налоговую службу наши предприниматели не один раз в месяц, а один раз ну, в 3 месяца. Это я прошу. Да, спасибо. По данному вопросу, то есть мы полностью регламентируем с требованиями Федеральной налоговой службы именно по выводу товара из оборота и по работе с контрольно-кассовой техникой. В
постановлении правительства зафиксировано как бы, вот, срок 30 дней, но, естественно, мы все понимаем, да, если налоговая принимает 90 календарных дней, потому что это вот арктически, вот то, что вы описываете, естественно, как бы нет нарушения для того, чтобы, ну, как бы зарегистрироваться, подать сведения, то есть это не считается нарушением в системе маркировки. Вам для сведения распоряжение правительства Российской Федерации перечень населенных пунктов, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения. Ну да, 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 это естественно также предполагается и учитывается в системе. Давайте двигаться дальше. Спасибо Александру за очень такой емкий доклад. Мы просим Александра, ну, у нас сервис позволяет вот этот файл сделать доступным в будущем. Просим его прислать. Ну, здесь можно прямо сюда загрузить, видите, файлы. Тем более у вас эта функция есть. Да, хорошо, конечно. Она, по-моему, уже загружена. Мы потом будем ее транслировать на нашим предпринимателям. Прошу, ну, двигаемся дальше. Просим Матрёну Владимировну сказать, ну, выступить по поэтапному внедрению маркировки товаров со стороны компании Тензор. От себя можно буквально слово? Спасибо вам большое. Я рад, что поучаствовал у вас вот на вебинаре. И хорошего вам дня. До свидания. Спасибо. Добрый день, участники вебинара. Меня видно, слышно, да? Давайте я начну. Я являюсь руководителем филиала компании Тензор. Кто такой компания Тензор? Вкратце немножечко пробежимся. Компания Тензор – это друг бизнесмена. Занимаемся автоматизацией бизнеса в целом. То есть с момента выпуска электронно-цифровой подписи мы являемся сами же операторами фискальных данных, сами же операторами электронного документооборота, сами же операторами электронной отчетности. Мы реализуем контрольно-кассовые техники и сопутствующие товары для торговли. И сами же являемся аккредитованным сервисным центром, который имеет право вскрыть кассу и сделать ремонт на ней. Так, дальше. Давайте посмотрим на этот слайд. Все больше товаров подлежит маркировке. Правительство Российской Федерации в планах в 2024 году промаркировать весь товарный рынок. Мы уже знакомы, видите, тут бегун. Мы уже знакомы с маркировкой алкогольной продукции, виноводкой, виноводкой, да, система ИГАИС. Мы знакомы с ветеринарно-сопроводительными документами, то есть это ГИС, Меркурий, тоже накладные подтверждаем, гасим ветеринарные накладные. И к этому времени, к 24 июля 2020 года, мы должны быть уже готовы уже внедрить маркировку полностью табака, обуви, лекарства. Да? И следующая фаза – это внедрение фотокамеры, одежды, шины, альтернативный табак, это кальян, да, духи, инвалидные коляски, молоко, минеральная вода. И полностью в 2024 году маркирован должен быть весь рынок по прогнозу. Так, давайте посмотрим на этот слайд. Хотела бы попросить сделать скриншот экрана, потому что очень много вопросов возникает по этапам внедрения маркировки товара. Смотрите, что, когда это прогноз внедрения маркировки товара до 1 октября 2021 года. Первая строчка – это у нас лекарства. Синие выделения – это означает то, что уже начался запрет с этого момента. Да? Лекарства. Смотрим. Реализация маркированных лекарств с передачей данных в ГИС МДЛП. То есть это уже запрет. Сейчас уже лекарства, которые уже маркированные, не должны реализоваться без передачи ГИС МДЛП, то есть через честный знак. А лекарство имеет срок годности, поэтому остатки лекарств мы не маркируем. А немаркированные лекарства реализуются, отпускаются, продаются до истечения срока годности. Так, смотрим дальше. Обувь. Обувь тоже с 1 июля 2020 год был последняя фаза
внедрение маркировки обуви. С этого момента, это с 1 июля 2020 года, запрет на продажу немаркированной обуви. Как сказал Александр, до 1 сентября 2020 года есть шанс промаркировать свои остатки. Как есть шанс промаркировать остатки, которые остались у нас на складах. Да? Поэтому, если вы еще не промаркировали остатки обуви, нужно успеть до 1 сентября, либо до 1 августа, в зависимости, когда прибыл товар. Вот. И дальше идет далее фотоаппараты, это тоже подлежат маркировке. Сейчас участники оборота фотоаппаратов могут начать регистрацию и потихонечку маркировать свои остатки. Фотоаппарат, как и обувь, не имеет срока годности, поэтому нужно, и у него есть понятие маркировка остатков. Потом с 1 ноября 2020 года тоже идет запрет на продажу немаркированного товара. Тоже касается и духов. Начинаем регистрировать. У духов есть срок годности, поэтому мы продаем остатки, то, что осталось у нас на складах духов, мы его реализуем до 1 марта 2021 года. Потом уже запрет идет. По шинам то же самое. Тут нету понятия маркировки остатков. Есть понятие запрет производства и импорт немаркированных шин до 1 февраля 2021 года. Так, и продают остатки, и дальше уже запретный период. Следующее – это одежда и текстиль. Тут идет регистрация. Участники оборота одежды, легкой промышленности, можете сейчас уже начать регистрацию. Первый этап – это этап оповещения контролирующей площадки о том, что вы являетесь участником оборота легкой промышленности. Да? Далее запрет оборота немаркированных товаров. То есть вам не должны в этот период отправлять немаркированную одежду. Потом, так как у одежды нет срока годности, появляется понятие маркировка остатков. Маркируете остатки и с 1 февраля 2021 года, а также начинается этап запрета немаркированного товара. Так, далее. Далее уже мы будем смотреть немножко вперед. Да? Тут уже в виде эксперимента задавали вопросы, то, что продукты питания, молоко в виде эксперимента уже начинает стартовать. И с 1 января 2021 года поэтапное внедрение маркировки молока тоже будет. Вода тоже в виде эксперимента стартует, и поэтапное внедрение, так, и так далее. Вся по пиву, по участникам оборота пива, добровольный эксперимент. Кто хочет, может принять участие, протестировать систему, как она работает. И когда срок подойдет, можете уже спокойно продолжать работать. Так, очень важно понять схему работы маркировки. Каким образом вот эта схема слаживается, почему нам нужны несколько операторов, зачем мне оператор ОФД, зачем мне оператор электронного документооборота. Вот эти понятия, они складываются из-за того, что незнание схемы маркировки. Давайте посмотрим, разберем, что из себя представляет и зачем нужны все эти операторы нам. Мы находимся, вот нижняя строчка, точка продаж, это являемся мы, да? То есть это розничная точка продаж. Раньше, как и всегда, и в будущем поставщик нам будет направлять и отправлять товар через машину отправляет, да? И одновременно с этим, кстати, до поставщика у нас еще есть производитель. Производитель, как только произвел товар, он заказывает код маркировки и печатает, наклеивает каждый код маркировки на товар, наносит на товар. После этого передает поставщику. Поставщик, получив данный товар, отпускает розничному продавцу. И одновременно с этим он отпускает через оператор электронного документооборота универсальный передаточный документ, сокращенно это УПД.
Как только точка продаж физически получила товар от поставщика, он что делает? Он спрашивает, а где, если этот новый товар, который пришел к нам, к нему в магазин, он спрашивает, а где универсальный передаточный документ? Вот это у вас товар уже маркированный, поэтому обязательно запрашивайте, а где у вас универсальный передаточный документ. Тогда он вам скажет, через какого оператора, ну, либо при регистрации вы же уже указали то, что вы являетесь клиентами, используете оператора либо СБИС, либо другого оператора, то он отпустил вам накладную через СБИС. Вы заходите в СБИС, онлайн sbis.ru, для того, чтобы получить накладные от поставщика. Вам обязательно нужно будет сверить код с поставщиком. Бывает, первое время, когда вот запускался вот этот проект, были очень много расхождений. Поставщик не то отправил, серийные номера расходятся, а честный знак должен видеть все. То есть вам нужно будет сканировать сканером товар, который вы получили. Далее вы сверили факт с учетом, все окей, а дальше вы отпускаете конечному потребителю. Конечному потребителю как, обязательно нужно отпустить через онлайн-кассу. Выбытие из оборота товара 90% должен товар выбывать только через кассу. Как только физлицо у вас купил товар, у него есть возможность отсканировать данный товар и посмотреть, отсканировать через мобильное приложение честного знака, и убедиться, что товар валидный, легальный. И эта информация о продаже куда улетает? Оператору фискальных данных. То есть в нашем случае это в SBIS OFD. SBIS OFD, и эту информацию передает честному знаку. То есть если у вас будут и оператор электронного документа оборота, и оператор OFD, то точки продаж, ничего, лишних движений не надо делать. Все эти операторы будут за вас делать. То есть учетная система будет... учетную систему попадут через оператора электронного документа оборота накладные, через оператора фискальных данных они передадутся в честный знак о том, что товар выбыл из оборота. Зачем же нужен в этой цепочке оператор электронного документа оборота? Да? Для того, чтобы передавать информацию в честный знак о том, что товар поменял собственника. Честный знак должен знать о жизни товара до употребления. Да? Так, давайте дальше посмотрим. Данная схема. Каким образом будет выглядеть схема, если у нас автономный режим? То есть точка продаж не работает через оператора фискальных данных. Тут очень сложная схема будет, потому что точки продаж с момента продажи, ну, то есть раз в месяц, должен передавать информацию в честный знак самостоятельно. То есть оператор фискальных данных тут его не будет, потому что вы работаете без передачи данных. И каким же образом нужно будет оповестить этот честный знак? Самостоятельно по электронной цифровой подписи вы заходите на сайт ЦРПТ честного знака, и нужно будет передать чеки. А каким образом передать, если они внутри кассы находятся? В данном случае на кассу нужно будет подсоединить к компьютеру. У каждого производителя кассы есть файл для скачивания данных чеков из фискального накопителя. Это довольно-таки сложно, и тем более, если вы ни разу не подключали к компьютеру свою кассу. Выгружаете в зипованном файле вкладки «Документы», самостоятельно загружаете каждый месяц честный знак. Ну, поэтому очень упростило бы работу вам, если вы бы подключились к оператору фискальных данных. Но оператор фискальных данных запрашивает у вас чеки раз в месяц, поэтому касса умеет передавать чеки через интернет. Интернет какой может быть у кассы? Вставить сим-карту
плюс проводной интернет поддерживает касса и Wi-Fi, ловит Wi-Fi. То есть, в принципе, вот это многие не знают, то, что в кассе, оказывается, вставляется сим-карта. Поэтому обязательно посмотрите, там у вашей кассе должен быть слот для сим-карты. Вот. Далее, о чем же нужно отчитываться в госсистему? Ранее мы смотрели, госсистема должна знать, госсистема – это сайт честного знака, должна знать всю жизненную цепочку данного товара, о том, что вы приняли товар, и товар поменял владельца, о том, что вы продали товар, о том, что вы перемаркировали. Перемаркировка – это значит выцвел, да, код выцвел или испорчен, вам нужно перемаркировать его, да, о том, что списан, кража, утеря, потеря, кража товара, либо утеря, что-то случилось, его нету, нужно будет списать товар. Данную информацию вы можете делать самостоятельно через сайт честного знака, используя электронно-цифровую подпись, либо это может сделать за вас ваша учетная система, которую вы используете. Давайте посмотрим виды этикеток. Какие этикетки же бывают? Этикетки не бывает, но одна этикетка, да, у нас бывает. Код, дата, матрикс. Она идентифицирует конкретную единицу товара. Если, допустим, к примеру, обуви, к вам пришли 4 пары одинаковых обуви, одинакового размера, то код, дата, матрикс у них будет разный. Не один, несмотря на то, что они одинаковые, а разные будут. Далее понятие есть код SGTIN, который содержит информацию о группе товаров и конкретной единице товара. Если коробка не вскрытая, поставщик вам направляет товары прямо в коробках, в которых содержится очень много коробок пар обуви, то код, нанесенный на транспортной упаковке, называется KITU, который содержит информацию про все коробки, которые находятся внутри большого короба. И давайте поговорим про маркировку в торговле. В первую очередь вы должны зарегистрироваться на сайте честного знака, используя электронную цифровую подпись только на руководителя организации. Далее вам нужно будет посмотреть, что у вас есть. У вас должен быть, ну, так как внедрением 54-го федерального закона в прошлом году, либо позапрошлом году вы уже закупились кассой, да? Вам нужно посмотреть вот эту кассу, узнать, обратиться к тому сервисному центру, либо продавцу контрольно-кассовой техники и спросить, поддерживает ли моя касса работу с маркированным товаром. Очень многие, все кассы, которые не обновлены 2019 года, не поддерживают. Поэтому обязательно нужно будет обновить кассу, посмотреть свою учетную программу, либо 1С, либо какая-то другая учетная программа, обратиться к своей программе, спросить, а может ли моя программа поддерживать продажу маркированного товара. Не все даже популярные товароучетные программы умеют поддерживать, либо еще не обновлены до последней версии, которые поддерживают продажу маркированного товара. Значит, вам нужно будет и спросить у сервисного центра, где купили кассу, прошита ли она до последней версии, и спросить у своей учетной системы, работает, поддерживает ли она маркировку. Далее посмотреть сканеры свои. Сканеры бывают разные. Линейные, которые поддерживают 1D, и 2D, которые умеют сканировать 2D-код. Обязательно для работы с маркировкой требуется 2D-сканер. Либо покупаете, либо используете то, что есть, если он соответствует. Далее, если вы участник оборота
легкая промышленность, от обуви, да, у которого нет срока годности, то вам нужно будет сделать инвентаризацию своего склада, посчитать, сколько у вас обуви осталось, и промаркировать эти остатки. Промаркировали остатки через честный знак, и вам нужно будет распечатать их и нанести на каждый товар. Не на товарную категорию, а на конкретную единицу товара. Дальше. Нужно будет иметь два оператора. Оператора электронного документооборота, либо оператора фискальных данных. Ну, можно обойтись и без оператора фискальных данных, но это сложновато раз в месяц выгружать данные самостоятельно, плюс еще и телодвижение делать через честный знак. Ну, поэтому подключиться к оператору фискальных данных. Регистрация на честном знаке довольно-таки простая процедура, но для новичка она сложная, потому что нужно будет настроить рабочее место, скачать CryptoPro, скачать RUTOKEN, драйвера RUTOKEN, обновить браузер, плюс еще подписать договор с честным знаком. Мы же на что-то договариваемся, мы же все равно честному знаку будем в дальнейшем оплачивать, да? Поэтому подписание договора обязательно. И оформляем заявку на ПАКТ, программа «Аппаратный комплекс». Так, далее маркировка остатков. Что мы делаем? В первую очередь нам нужно будет описать остатки, запросить коды в честном знаке. После того, как честный знак подтвердил о том, что у вас есть 1000 пар осталось, да, распечатываем, наклеиваем этикетки на товар и вводим товар в оборот и переводим уже на витрину. Описание остатков товара. Есть два вида описания. Это через сайт полное описание и сокращенное описание. Полное описание полностью описывает товар, участник, производители маркированного товара. Это происходит через сайт ГС1. А сокращенное наименование товара используется, делается через сайт честного знака. Как уже сказали, описываем сокращенно, достаточно знать целевой пол, мужская, женская, и везен, и произведен в РФ. И все. ИНН собственника товара, оно будет автоматически. Два кода товарной номенклатуры тоже будут автоматически. Поэтому многие очень боятся описывать остатки свои, там собираются материал указать, размер обуви. Не надо этого делать, нужно будет знать только произведен, везен, мужская, женская, либо детская. При описании остатков можно вручную каждый товар описывать по отдельности, либо использовать таблицу Excel. При Excel тут автоматически нужно будет загрузить, допустим, указать количество, целевой пол, так далее. Дальше, после того, как вы описали остатки, вам нужно будет, честный знак вам через какое-то время отправляет код товаров, вам нужно будет их распечатать. На моменте распечатки, как сказал Александр, вам нужно будет произвести оплату за эти коды. Оплата сейчас уже платная. Помните, те, кто успели до марта, они запрашивали коды бесплатно. Кто успел, уже промаркировал. А сейчас уже остатки, получение кодов на остатки, оно платное, 60 копеек с НДС. После того, как напечатали, вам нужно будет наклеить их на каждый товар и ввести товар в оборот. И давайте поговорим про принтеры. Принтеры очень важно, то что если у вас остаток довольно-таки большой, вам нужно будет закупиться собственным принтером. При подборе принтера советую обращать внимание на то, что принтер умеет печатать на полуглянцевых этикетках. Если принтер не умеет печатать на полуглянцевых этикетках, он печатает на термоэтикетках. Термоэтикетки через 2 месяца выгорают, выцветают. То
То есть то, что вы распечатали, он исчезнет. Поэтому подбираем принтер, который умеет распечатывать на полуглянцевых этикетках. Совсем просто можно распечатать на бумажке А4 и по старинке резать их и приклеивать на каждый товар. Так, ну, если у вас оборотов мало, и вы хотите, чтобы за вас кто-то это сделал, то мы можем это сделать, ввести в оборот и распечатаем на наших этикетках полуглянцевых. Так, ну, платформа SBIS, она обширная, поддерживаем на сегодняшний день все реализацию, получение, агрегацию, списание и так далее. Все движения с маркированным товаром в рамках одной платформы. Это лекарство, будь то это лекарство, обувь, вы продавец продуктов и так далее. Все это можно сделать в рамках одной системы SBIS. Так, и приемка... По приемке кодов есть штрафные санкции из-за того, что приняли не тот товар и расхождение с честным знаком, по-моему, 10 тысяч оно было штраф. И поэтому очень важно при приемке сканировать серийный номер товара. Если коробка не вскрытая, слава богу, сканируйте код киту, который нанесен на упаковку товара. Если вскрытая, то придется каждый товар вытаскивать из коробки и сканировать. Этот товар. У нас есть мобильное приложение для тех, кто работает через SBIS и получает документы от поставщиков, допустим, по сигаретам, да, вы можете не использовать 2D-сканер, есть мобильное приложение SBIS на складе, который через камеру телефона сканируете и подтверждаете. Ну, SBIS больше, чем маркировка. Мы очень важно иметь одного поставщика для всех этих движений. Компания Tensor, мы можем выпустить электронно-цифровую подпись, подключим к розничной программе, которая, через которую будет работать реализация, ну, будете отпускать товар конечному потребителю, подключим к своему же оператору электронного документооборота, тем более получение документов у нас бесплатное, и подключим к SBIS оператору фискальных данных, чтобы чеки направлялись в налоговый орган, подберем любое кассовое оборудование, и если касса у вас не на техобслуживании, будем заключим договор на техобслуживание и возьмем на ремонт любую кассу и отремонтируем. Так. И, как я уже сказала, имеем право ремонтировать все контрольно-кассовые техники. И у нас, кстати, есть круглосуточная техническая поддержка. В любое время можете дозвониться до нас. В нашем сайте helpsbiz.ru есть видеоинструкция, если даже вы не клиент SBIS, видеоинструкция по каждой, по любой кассе, как запускать, как пробивать, закрывать смену и так далее. Так, ну, в принципе, у меня все. Если какие-нибудь вопросы будут? Да, посмотрите, пожалуйста, чат. Есть вопросы. Вот Анастасии, вот она уже связывалась с вами, да? Угу. Так, у меня ЭДО через SBIS, внешнюю обработку мне загрузили только что, но оператор не смог подсказать, как оприходовать в 1С розница. А в самой 1С мне свою лицензию предлагают купить за 13 тысяч. У вас есть по маркировке услуги на основе 1С? Так, ну смотрите, внешняя, у вас есть ли 1С-ка обычная конфигурация, то у нас есть... внешняя обработка, через которую вы можете, сидя в 1С, получать накладные. Так, что, если все-таки у вас немножко доработанная конфигурация, которая не подходит для внешней обработки, то тут нужно будет смотреть, тут нужно будет подобрать ручками именно ту внешнюю обработку, которая у вас есть. Так, и в принципе, маркер 1.13, предлагают купить 13 тысяч, у вас есть по маркировке услуги на основе 1С? Да, у нас есть услуги по настройке внешней обработки в 1С. Вы к нам... Они уже, она вот пишет, она уже сделала внешнюю обработку. Ну, внешняя обработка, у нее, видимо, проблемы
Не загрузили, но оператор смог не смог подсказать, как оприходовать в 1С розницы. Ну, мы оператор не 1С, поэтому как подсказать в 1С-ку мы не сможем. Но есть в СБИСе, в 1С-ке возможность выгрузки. Вам нужно понять, на каком языке общается СБИС и 1С, в каком формате выгружается. Нужно найти тот общий формат, через который нужно будет выгрузить. У меня предложение есть вот в адрес Анастасии. Вы, пожалуйста, свяжитесь с Матрёной. Вы можете ей направить по личному сообщению, чату, да, свои контакты. Я думаю, все-таки вопрос непосредственно вас касается, но я знаю, что мы такие проблемы имели с коллегами по цеху, по аптекам. Точно такие же проблемы были. Как раз таки это интеграция бухгалтерских программ с честным знаком. Да? Анастасия, вот. Вы напишите, отправьте, я выйду на вас. Да, я думаю, Матрёна поможет. Матрёна, у меня вопрос более общего характера, который бы снял бы ряд вопросов. Каким необходимым таким требованием, да, и достаточным требованием по наличию оборудования, может быть, возможно, связи, да, так сказать, интернета имеется, да? Необходимо подать участнику рынка маркированных товаров для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Вот вы как один из предприятий, оказывающих услуги в этом направлении, что можете посоветовать? Так, по поводу скорости интернета. Я, в принципе, с поводу скорости интернета я не смогу подсказать. Есть регламентированные сроки, допустим, 30 дней с момента продажи маркированного товара. Вот есть понятие такое 30 дней. Да? В течение 30 дней вам нужно будет какими-нибудь способами вставить сим-карту, успеть отправить, пока касса не заблокируется. Есть регламентированные сроки по ИГИСу 3 дня с момента продажи. Допустим, в селах разве у нас не продают алкогольную продукцию? Вот водку, виноводку не продают. Они же продают и ИГИСу они отчитываются. Информация идет о том, что они продали. Технически, в принципе. Да, по ИГИСу я могу ответить, так как мы являемся органом, выдающим эти лицензии, и оператором как раз таки в нашей республике. Если говорить по Арктике, у нас там буквально порядка 10 лицензиатов. Но они, да, работают, и они тоже отчетность через накопитель дают и так дальше. У нас проблема, но они научились. Недавно ко мне лично, например, обращалась одна аптека Салтанского района. Ой, ничего не слышно. Обращался предприниматель. Не слышно ничего. Раз, два, три. Ничего не слышу. Обращался предприниматель. Юрий, вы меня слышите? Да, говорю. Обращался предприниматель. Это у вас или у меня? У вас, по-моему, у нас тут отлично. Мы слышим вас. Алло, ничего не слышу. Теперь как? Смотрите, Алло. Слышно? Алло. Все нормально, мы хорошо слышим вас. Я не знаю, почему. Не слышите, да? Я коллег расскажу. Спасибо, Матрёна, если не получается слышать. У нас вот с Салтанского района аптека обращалась. Ничего не слышу. К сожалению, даже в Алданском районе, где есть оптоволоконная связь, есть проблемы с интернетом по передаче данных через онлайн-кассу, через вот этот считывающий ридер, да, очередь возникает. Хотя прибыл только один вид товара, там, по-моему, не говорил, какой-то Nice, препарат прибыл, маркированный новый, и она его не может запустить. Были такие проблемы.
К сожалению, я то, что вы раньше сказали, ничего не слышала. Вот перезапустила браузер, сейчас нормально. Можете повторить вопрос? Очень быстро. Района обратилась владелец аптеки, у нее один препарат, первый препарат прибыл маркированный, и очень в Алданском районе, где ВОЛС есть, понимаете, оптоволоконная связь, в городе Алдане, да, где волокно появилось задолго до города Якутска еще. Даже там вот у нее возникают проблемы при передаче данных на, ну, когда насчитывает маркировку, и касса онлайн хорошо все делает, тут все. Второй раз кликает на вот этот маленький кодик, да, и висит, и стоим, ждем. У нее уже там очередь горит, недовольство покупателей. Ну да. Ну, это, возможно, проблемы с учетной программой, через которую она работает. Я ей вот это советовал, когда перезагрузить. Я сам вот даже технически техслужбу там звонил лично, вот, да, чтобы уточниться. Вот для себя, если честно, я люблю вопросы вникать до конца и начал уточняться, да, почему у меня так. Недавно видел тоже вот в магазине большом в городе Якутске, да, стоим в очереди, человек купил сигареты и стоит, и целых две кассирши там, старшая кассирша, младшая кассирша, все выбежали, но тоже долго передает. Вот у меня вот, соответственно, возникают вопросы, видимо, объемы данных передают, по ЕГИСу я знаю, что там очень быстро все передается, там достаточно 512 мегабит в секунду, чтобы передавать данные онлайн. Почему вот по маркировке такие, вот, не знаю. Так, ну смотрите, тут момент, не момент передачи, он начинается, ну, когда с человеком рассчитались, тут идет момент передачи в честный знак. А если зависает при сканировании, это значит, зависание при сканировании, это уже проблемы учетной системой. Не с передачей, а учетной системой. Или оборудование. Может быть. И да, и либо оборудование, сканер не такой, который, ну, мелкий, бывают сканеры, которые совсем мелкие, коды не читают, несмотря на то, что 2D-сканер. Вот. Ну вот, вот это, пожалуйста, тоже, коллеги, учитывайте. Ну, я, конечно, не рекламирую, но вот коллег мы не зря пригласили, потому что они, во-первых, у них есть обособленное подразделение у нас в республике. И, во-вторых, ну, коллеги, я тоже знаком с ними, да, давно. Не говорю, что лично, просто знаю их деятельность. Соответственно, ну, зарекомендовали себя как наиболее такие профессионалы в области передачи данных там, и так дальше. Коллеги очень активно работают и могут оказать услуги, помощь нашим всем предпринимателям. Ну, по-моему, вопросов нету к Матрёне. Давайте... подошли к одному из важных вопросов Роспотребнадзор. Да, Юрий, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Матрёна. Ну, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста. Да. Юрий, пожалуйста. Ну, спасибо большое. Так, в общем, я буду краток. Тут хочу сказать конкретно по надзору, да, вот этим всем будут проходить проверки, маркировки. В общем, как Долгиев Александр уже ранее говорил, действительно, был мораторий на проведение проверок, как плановых, так и внеплановых, в связи с чем мы не могли выходить на проверки организации, ЮП, магазинов. Вот. Но недавно вот были послабления по этому вопросу. Нам стало можно проводить контрольные закупки. То есть как будет работать механизм контрольных закупок? Гражданин, потребитель будет приходить в магазин, и, допустим, он зафиксировал нарушение в маркировке. Далее он будет либо обращаться сразу напрямую к нам, то есть просто подаст жалобу на такой-то конкретный магазин, где он зафиксировал нарушение и приложит фотографии там, ну, и другие доказательства, какие у него есть. Вот. Либо он это будет делать через приложение «Честный знак». В приложении «Честный знак» есть такая возможность. Там они... Ну, кнопка есть, грубо говоря, «Сообщить о нарушении».
Они на эту кнопку нажимают, далее это отсылается уже к нам, и мы уже будем видеть то, что на таком-то объекте такая-то организация, либо ИП, было зафиксировано нарушение. И мы уже будем туда выезжать для проведения контрольной закупки. Что такое вообще контрольная закупка? Контрольная закупка – это когда нужно нам установить факт нарушения, то, что такое нарушение действительно на каком-то объекте регулярно допускается. Вот. То есть мы контрольную закупку обязательно согласовываем с органами прокуратуры, то есть просто так мы не выезжаем, мы получаем разрешение. Вот. И уже посредством скрытой видеосъемки будем фиксировать нарушение. То есть мы поедем в магазин, будем вести видеосъемку и уже купим товар, как, ну, на который потребитель считает, что там нарушена маркировка. Вот. И уже после этого будем смотреть, будет ли тут состав административного правонарушения. Вот. И мы плавно подошли к ответственности за данные нарушения. В общем, мы, Роспотребнадзор, будем за нарушение штрафовать по статье 15.12 Кодекса об административных правонарушениях. Вот, согласно этой статье, ответственность за производство товаров без маркировки либо продажу данных товаров без маркировки будет влечь за собой штраф на индивидуальных предпринимателей от 5 до 10 тысяч рублей. Вот. А на юридических лиц, там побольше, конечно, там будет от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Также ответственность есть для граждан. Для граждан вот продажи, когда они, вот, то есть, ну, грубо говоря, продавец-консультант, если он продал товар с нарушением, то есть без маркировки, либо маркировка там нечитаемая, то это уже будет являться нарушением, и, в принципе, на него тоже можно будет составить протокол об административном правонарушении. И уже грозит штрафом на такого человека от 2 до 4 тысяч рублей. Вот. И все это дело как водится с конфискацией. То есть товары с отсутствием маркировки, либо с нечитаемой маркировкой мы будем конфисковывать. Дальше. Ну, в принципе, потребитель, он уже пошел умный у нас, то есть он знает про эту систему, нам регулярно уже звонят, узнают, спрашивают, как это работает, для чего это, что должно быть на маркировке и прочее. То есть вы, вот индивидуальный предприниматель, который тут собрались, организации, вы с этим делом не затягивайте, обязательно уже подготовьте все, потому что люди уже начнут уже скоро ходить и действительно выявлять нарушения. То есть, чтобы лишний раз, вот и так, то есть бизнес страдает, то есть из-за пандемии коронавирусной, действительно там у многих выручка упала или вообще нету. Соответственно, чтобы лишний раз к вам не ходить, пожалуйста, будьте добры, эти нарушения, которые у вас на данный момент есть, устраняйте. Вот. На данный момент жалоб от потребителей у нас нету, то есть никто к нам еще не обращался. Вот. Но, в принципе, думаю, то, что скоро, наверное, уже начнут обращаться, начнут уже ходить. Вот. Ну, на этом у меня все. В принципе, если у вас какие-то вопросы есть, я отвечу на них. Да, Юрий, спасибо. Ну, пока нет вопросов, я думаю, коллеги сейчас думают. Смотрите, у меня есть вопрос, да? Вот вы рассказали про закупку, контрольную закупку. Насколько я знаю, я являюсь членом коллегии Роспотребнадзора, да? А на текущий год у нас были предусмотрены средства из федерального бюджета в Роспотребнадзоре на осуществление контрольных закупок. Предусматривается ли по вашему направлению по закупке маркированной, немаркированной продукции из данных средств?
Да, совершенно верно. Да, у нас средства есть. В принципе, на это дело, да, деньги, да. Ну, бюджет выделен. Да, отлично. Ну, Юрий, посвятите, пожалуйста, еще вот второй немаловажный момент, да, при проведении проверок, допустим, будут ли у вас плановые или внеплановые проверки, согласованные с надзорным органом, в данном случае с прокуратурой, да, по соблюдению требований по маркировке продукции, например, со стороны производителей. Например, вот завтра, ну, вы пойдете, грубо говоря, там, не знаю, в Сахабул или в Сардану, да, знаете же, кто у нас производит. Да, да, да. Есть ли у вас в планах плановые или внеплановые проверки? Вот на данный момент нету, но вообще, если будет поручение правительства по этому вопросу, то будем выходить. Но на данный момент пока ничего не слышно, про это не говорили, разговоров пока нету. Но если вот, как я повторюсь, правительство решит то, что нужно будет ходить проверять, то мы будем ходить проверять. Такое было с шубами, такое было, там, когда были раздельные молочные полки там, и так далее. То есть будем ходить. А вообще на данный момент, как бы, вот я говорил то, что моратории на проверки, плановые и внеплановые, но с оговоркой на плановые и внеплановые проверки ходить можно, если есть угроза жизни и здоровью, либо уже был вред причинен здоровью, либо жизни. То есть это, ну, отравление, там, допустим, или что-то типа этого. Вот. Да. То есть, в принципе, если у нас будет какая-то проверка на основе этого, можно будет дополнительно и посмотреть на маркировку. То есть, ну, если там, конечно, будут какие-то грубые нарушения, на которые мы не сможем глаза закрыть. То есть, если вот ярко выраженные выявим. Вот. Да. Юрий, еще раз расскажите один момент. Вот я специально вот этот слайд включил, да, у Александра позаимствовал. Ну, он понятный, да, слайд. Статья 15.12, по которой вы как раз говорили, да. Расскажите, пожалуйста, вот о практике первичного, как сказать, фиксации нарушений, ну, актов, да, протоколов. Неужели вы сразу штрафы будете крепать? Расскажите. Вот смотрите, конечно, ну, штрафы, ну, если индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, они у нас ни разу к административной ответственности не привлекались, то, в принципе, мы можем ограничиться только предостережением. Предостережение – это вот мы, как бы, это такой документ, в котором мы указываем, в чем именно заключается нарушение, и даем срок минимум 60 дней на то, чтобы они это исправили. Вот, и уже они, организации уже отчитываются, там, исправлены эти нарушения или нет. Вот, дальше. Вот, либо, если привлекались уже неоднократно к административной ответственности, то тогда можно... будет, ну, если нарушение устранятся, то руководитель, ну, либо наши заместители руководителя, вот они рассматривают как раз-таки постановление об административных правонарушениях, и они, в принципе, могут применить статью 4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья говорит о том, что если нарушитель является субъектом малого или среднего предпринимательства, то, в принципе, можно ограничиться предупреждением без штрафа. Да, Юрий, спасибо. Я вот как раз об этом и хотел, чтобы вы озвучили. И это звучало не из моих уст, а из уст, так сказать, надзорного органа. Да, это совершенно правильно, очень четко объяснили. Мы как раз тоже преследуем практику все-таки, так сказать, предупредительного характера, да? Да. Наш семинар тоже является, да? То есть все-таки мы запись этого семинара выложим на портале b14.ru. Это наш бизнес-портал Республики Саха-Якутия, ежедневное посещение которого составляет 15 тысяч посещений в сутки, да? Ну, мы держим эту планку, соответственно, туда заходят только предприниматели, ну, грубо говоря, да? Заинтересованные, и могут, будут иметь возможность посмотреть наш семинар в офлайновом режиме. Александра очень хорошо было послушать, да, он четко все точно рассказал. Юрий, большое вам спасибо. Ну, видите, пока вопросов нету. Я думаю, наши семинары мы все-таки по маркировке, я вижу, что есть необходимость их проводить
на регулярной основе, как минимум один раз там, в месяц. Почему? Потому что вот шишки, если честно, вот, ну, кто-то не опомнился у нас. Те же вот лекарственные препараты у нас из юридических, ну, в общем, статистику скажу, да, из, в системе зарегистрировано только 60% участников рынка лекарственных препаратов. Это по республике Саха-Якутия. Это данные не наши, это данные Росздравнадзора, извиняюсь. Но мы их вычленили, посмотрели, кто там внутри. Я вот до этого Александру объяснял, что у нас 10% учебных заведений только зарегистрировалось. Они нам дают как раз-таки, ну, основную часть не зарегистрированных. 600 учебных заведений, из них зарегистрировалось только 95. Это в настоящий момент по республике. Но мы сейчас будем проводить работу о том, чтобы отзывали лицензии медицинской деятельности. Да? Это первое. И второе направление, вот частные организации, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Ну, ряд предпринимателей, вот как вы правильно говорили, салоны красоты, да, имеют медицинские лицензии. Они, к сожалению, не ряд из них, у нас там показатель немножко выше, чем бюджетных учреждений, у нас там показатель всего лишь 14% зарегистрировано на в системе нашего честного знака. Соответственно, мы сейчас проводим с частниками эту работу, но есть там ряд объективных причин, ряд предпринимателей, ну, знаете, наверное, да, тот же, допустим, основной вид деятельности у него, ну, спортзал, да, но при этом у него есть медицинская лицензия, потому что он когда-то там, грубо говоря, приобретал или либо реализовывал специальные препараты для спортсменов, на которые необходимы были там и так дальше, ну, обезболивающие, да, там и так дальше. Есть такая категория, когорта предпринимателей. Мы вот глубоко этот анализ сделали, соответственно, у нас понимание есть, в каком направлении двигаться. И, соответственно, вот я не зря это в адрес Роспотребнадзора, да, говорю, чтобы понимание было, есть и ряд предпринимателей, которые, ну, до сих пор не зарегистрированы и, возможно, станут невольными, да, так сказать, участниками рынка. И здесь, конечно, незнание законов не освобождает от ответственности, но при этом все-таки вот не зря предупреждение, да, я уточнял, нам нужно будет в этом плане, ну, степень вины там и так дальше, да, тяжесть, вы же тоже это смотрите, да? Ну, да. Грубо говоря, да, вот Юрий, наверное, вот лично вы ходите, да, на проверку? Да, да, хожу. Вот, ну, видно, что вы работаете даже вот статьи КОАПа до точки с запятой, грубо говоря, знаете, видно, что ежедневно работаете в этом режиме. То есть в этом плане нам все-таки нужно будет, ну и на коллегии мы это не раз ставили, Маргарита Егоровна об этом говорит, чтобы все-таки мы превентивно сначала на профилактику работали, вот, готовим семинаров там, и так дальше, да. Ну и, но если уже доходит до обнаружения нарушений, но все-таки предостережение, ну либо на конечном этапе, там, если человек на завтрашний же день, грубо говоря, ликвидировал нарушение, то, ну, путем предупреждения. Юрий, спасибо большое коллегам. Ну, на этом я предлагаю завершить и все-таки повторюсь, мы, наверное, сделаем еще раз в этом квартале, ну, в конце, наверное, августа, либо в сентябре, еще один семинар с участием ЦРПТ, к которому мы подойдем более предметно. Скорее всего, будем, ну, таргетированно работать на те слои, сферы деятельности, где у нас наибольшие проблемы. И, возможно, ну, вот если пойдем по препаратам, то пойдем вместе с участием Росздравнадзора. Ну, коллег вот Роспотребнадзора, они знают, федеральное учреждение тоже. И я вот все-таки намерен в будущем тоже приглашать коллег, ну, то есть предпринимателей, работающих в сфере защиты деятельности, да? Ну, так сказать, аутсорсеров, да, ну, как, я не знаю, Матрёна обижается на такое слово, не обижается, но на самом деле индивидуальному предпринимателю, допустим, он шьет мунты. Откуда? Он человек творческий, он человек, ему и отчетность-то в налоговую сдавать, если честно, сложно, да? А теперь еще ему и маркировать надо будет. И, оказывается, он в упаковке должен идти. Вы видели мунты в упаковке, там так, ну, кроме фабричных, да, наших крупных? Есть индивидуальные предприниматели, наши умельцы, да, которые у себя дома работают. Есть сейчас закон о самозанятых пришел. Теперь самозанятые могут иметь все юридические права, как и субъекты малого и среднего предпринимательства. Соответственно,
у них это требование это никто не снимет, у того же дяди Вани, который делает вампир. Соответственно, вот в этом плане я вот коллег, работающих в этой сфере, прошу вот Матрёну, благодарю, да, расширить ваш спектр внимания, в том числе и на самозанятых. Это тоже очень такая, ну, это ваш рынок, ну и, а для нас это аудитория, которой нужно помочь. Я еще повторяю, и отчетность некоторые бухгалтерскую сдают там через, ну, с грехом пополам, да, как можно так сказать. Я знаю, что вы им помогаете тоже, да. То есть ваше участие, я думаю, тоже в будущем будет как раз таки вот. И, ну, более, ну, подготовьтесь, мы тематику определим. Хорошо. И более так таргетированно, чтобы вы более четко на одном месте. Понятно. Видите, Анастасия очень четко пишет. Конкретный вопрос. 1С работает с вами, не работает. Ну, вот, оператор ОФД, чтобы вот вы были в курсе, да, вот, и возможно, там и ЦПшки же вы тоже, да, предоставляете. Ну, полный спектр, четко, грубо говоря, под ключ, чтобы сказать, что предоставляете. Договорились, коллеги? Да, 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 договорились, конечно. Вот в предыдущих вебинарах были производители одежды, вот как раз Юнтов, да, были проблемы с описанием, полным описанием остатков. Вот описание полное через GS1. Да, да, есть примеры, допустим, Сахабул удачно прошел вот это вот описание, полное описание. Можно тоже пригласить таких вот... Я с Ириной Сахабул-то, по-моему, общалась. Она сказала то, что может принять участие, если пригласите. То она может на примере... Кейсы, тоже... кейсы. Готовое решение, ну, примеры, опыт, так сказать. Не вопрос. Отлично. Особенно вот скоро молочники же подойдут. Я вообще, зная республику, зная Минсельхоз, зная работу в этом направлении, оборот молочных изделий, да, как они у нас производят, как доводят до полки, там, ну, будем работать в этом направлении. Минсельхоз тоже, скорее всего, тоже будет приглашать. Ну, спасибо большое. Мне очень, например, понравилось. Спасибо вам за приглашение. Честно, много всего тоже. Договорились, коллеги? Да, спасибо. Договорились. Юрий, спасибо вам, участники. До скорого. Спасибо большое. До свидания.